Перед началом этого видео небольшая реклама. Если вы новичок и хотите узнать, что такое криптовалюта, как можно сохранить, а уже потом приумножить капитал, то приглашаю вас на свой авторский курс «Крипта с нуля» с Русланом Захаркиным, который проходит по 10 темам в течение 3 дней, от 2 до 3 часов соответственно. Все подробности в личку, о цене договоримся. Самое главное – сохранение и приумножение капитала. Я не хочу рассказывать сказки о том, что каждый из вас станет богатым, успешным, знаменитым и больше никогда не будет ходить на работу. Я хочу вас подготовить к правде. Криптовалюта и заработок на крипте – это самый сложный путь к легким деньгам. Если вы согласны с этим утверждением, милости прошу. Если не согласны, все равно пишите в личку, потому что нам нужно обсудить ваше будущее. Свое я уже обсудил еще с 2018 года. Осталось дело за вами. Более 325 миллионов человек во всем мире уже пришли в крипту. А когда придете вы? Всем привет, на связи Руслан Захаркин, канал Захаркин Крипта. В этом коротеньком видео я сообщу больше новостную какую-то историю. Всем привет, на связи Руслан Захаркин, канал Захаркин Крипта. В этом видео, боже, какое оно яркое-то. Так вот, в этом видео я немножечко расскажу вам о планах, которые будут непосредственно на май 2022 года. Я не буду говорить про хайпы, я буду говорить про криптоиндустрию в Турции, ради чего я туда еду. И что нас всех там ожидает. Но перед этим, пожалуйста, подпишитесь на мой YouTube-канал Захаркин Крипта. Ну и, конечно же, на все основные ресурсы. Ссылки будут в описании под этим роликом. Итак, приступим. Это я уже описание какое-то готовил, но нет, оно нам сейчас не нужно. Нам нужны планы. Смотрите. Значит, Турция, Анталия. Я буду там с 10 по 20 мая 2022 года. И первое мероприятие публичное, которое я посещу, это, конечно же, нетворкинг плюс вечеринка предпринимателей в Бабилон Анталия. Это ресторан с панорамным видом от Пирамид Пати. Это непосредственно ивент-агентство, которое занимается вот такими вот вечеринками. Будут крутые диджеи. Я вам покажу сейчас еще вот такую вот штучку одну. Правда, ну, меня пока что попросили ее не показывать, но да ладно. Вот такая вот афиша, буду вести это мероприятие и как ведущий, и как человек, который будет объединять всех, кто пришел на нетворкинг. В прошлый раз пришло порядка 70 человек, я, конечно же, вам покажу, потому что на слово верить никому нельзя. Вот как раз страница Пирамид Пати, обязательно подпишитесь, pyramid.party. И мы отправляемся непосредственно в точнее в телегу. Смотрите, сколько здесь людей, и это лишь те, кто попали в кадр. Вот представитель как раз непосредственно Казахстана выступал. Это было 7 мая 2022 года, а 14 уже я буду выступать, вести это мероприятие. Так что, как говорится, очень приятно. Это уже клуб, кто-то там тусует. Ну, извините меня, когда хорошие такие, знаете, интересные диджеи приходят. Вот, например, да, нетворкинг, программа. Это было 7 числа, на 14 число тоже будет интересная программа. Обратите внимание, барбекю, all inclusive. Стоимость участия 250 турецких лир, но на сегодняшний день и час это, ну, честно говоря, полные копейки, поэтому милости прошу, кто сейчас находится в Турции, в Анталии, обязательно приходите. Это первое мероприятие. Второе мероприятие, которое я публично посещу, возможно, будет и третье, четвертое, пятое, десятое, двадцатое, сотое, тысячное, но пока что вот эти вот два мероприятия. 18 числа будет криптоконференция Blockchain Wave. Конечно же, я рекомендую вам туда прийти. Вот, собственно, сайт сейчас я вам заценю, да, покажу. Blockchain Wave 3.0 Open Air in the Garden. Это будет 18 мая. Осталось не так много времени. Есть три категории билетов. И, разумеется, можно даже туда бесплатно попасть. Значит, а нас, организаторы, можете посмотреть, кто вообще это все делает. Расписание на 18 число. Вот все спикеры. Также вот наш товарищ, очень хороший человек. Сергей Хитров, основатель Blockchain Life и агентства Listing Help. Очень буду рад с ним увидеться. Серег, если ты смотришь, ну что же, на связи. Сразу переходим в раздел билеты. Это, кстати, будет Турция, Анталия. И, по-моему, это район был Каньялты. Если что, всегда можно будет уточнить, никаких проблем нет. Вот есть бесплатный пропуск посещения зоны выставки и только есть стандартный пропуск. Ну и, конечно же, есть еще припати и вот такая вот движуха за 250 баксов. Здесь вы уже сами решаете, какой билет приобрести. Вот я тоже буду. Если совсем денег нет, можно бесплатный билет, да, здесь приобрести. Если позволяют как раз денежные средства, у вас есть время, то, конечно же, ну, на мой взгляд, лучше всего брать, конечно же, уже билет за деньги, потому что у вас будет больше возможностей. Вот, собственно, и все. Blockchain Wave. Обязательно с вами увидимся. Кстати, вот тоже переписывался с Blockchain Wave. Опачки. Давайте мы зайдем непосредственно в Instagram. Blockchain Wave. Вот, ребята уже здесь настраиваются. Да, Instagram может быть небольшой, но знаете, мне очень приятно, что люди делают движуху в наиболее нейтральной стране.
Мы там будем заниматься только экономикой и бизнесом. И это очень здорово. Вот, смотрите, уже что-то выкладывают как раз. Здесь приветственное слово будет. Мне очень нравится, что наши соотечественники из СНГ делают вот такую вот движуху. Давайте посмотрим, кто организаторы. Организаторы у нас, пожалуйста, Равшан Сулейманов и Алексей Насыбуллин. Вот эти ребята, уважаемые ребята в этом, даже уважаемые мужчины, какие ребята, да, тоже иногда себе позволяю лишнего. Вот эти уважаемые люди, они устраивают движуху. И не забывайте, что у нас тоже будет своя движуха, называется Легат Бизнес Форум. Я вас всецело туда приглашаю, но чуть попозже об этом расскажу. Вот такие вот публичные планы. Значит, конечно же, у меня будут индивидуальные встречи. Очень много кто хотел увидеться из стран СНГ, из стран как раз Балтики, из стран Западной Европы. Будем общаться и на русском, и на английском касаемо криптовалюты. Дальше, конечно же, как и обещал, продвижение Легат Бизнес Форума 13-14 августа 2022 года. Если кто-то еще не посмотрел, что у нас здесь планируется, я вам рекомендую зайти, посмотреть. А, у меня же этот... Как это называется? VPN. Давайте мы его выключим, и тогда сайт будет прогружаться намного лучше. Вот программа, стенды, спонсоры, участники. Вы можете стать участником, можете стать спонсором, в том числе генеральным спонсором. Сейчас мы ведем как минимум переговоры с двумя компаниями. Одна из них DocBoss, я могу публично ее назвать, касаемо генерального спонсорства. Вот, темы самые разные. И реальный сектор экономики, и, конечно же, сфера блокчейна, криптовалютная сфера, и MLM-бизнес, потому что это очень интересная история участия. Конечно же, вот участники форума Legat Business Forum 2022 самые разные, подчеркиваю, самые разные. Спикеров будем пополнять обязательно, еще не все здесь спикеры у нас отображены на сайте. Список спикеров, вот как здесь написано, обновляется каждую неделю, потому что мы с кем-то сотрудничаем, кто-то еще до сих пор думает, кто-то, допустим, может прилететь, кто-то не может, но уже, я думаю, через месяц-полтора у нас будет полный перечень спикеров, которые как раз туда приедут. 13 и 14 числа все это будет, разрешение от муниципалитета Анталии уже получено, так что все это есть. Вы можете выбрать свой билет. У нас есть 6 категорий билетов на самый разный кошелек, от самых бюджетных и до самых таких вот вкусных, жирных, которые могут дать вам возможность получить практически все. Локация интересная, интерактивная карта, все мы смотрим, смотрите. Ну реально красота. Значит, если вы хотите стать спонсором, вы можете здесь арендовать квадратные метры, и в том числе какие-то стенды будут входить в стоимость квадратных метров, какие-то будут изготавливаться конкретно под вас на индивидуальных условиях. Поэтому, конечно же, смотрим, изучаем. Значит, стоимость указана. Подчеркиваю, стоимость указана за квадратный метр, вот здесь, в турецких лирах. Обязательно посмотрите и первый этаж, и второй. Будет весьма интересно и очень даже вкусно. Планируйте приятное с полезным. Приятное – отдых в солнечной Анталии, а полезное – лучший в мире нетворкинг. Вот такие вот дела. Если что, есть все социальные ресурсы, социальные сети, обязательно подписывайтесь. Все ссылочки будут, конечно же, в описании. Дальше у меня будет встреча с правительством Анталии и непосредственно мэром Анталии. Почему? Потому что Хасим Мехмед, то, где у нас все это будет, где район Каньялте, это заведение относится к Министерству культуры непосредственно региона Анталия и, конечно же, Турецкой Народной Республики. А это очень высокие переговоры, будем общаться, будем приглашать первых лиц региона. Почему? Потому что именно они дают нам разрешение на проведение данного форума, и именно за ними будущее, будущее крипты, будущее туристической отрасли, чтобы граждане СНГ чаще прилетали именно в Анталию. Ну и, конечно же, криптообмен, криптоконсультации. У меня уже 7 записей на криптоконсультацию, буду общаться по наиболее интересным условиям, также заключать партнерство и приглашать обменники на наш Legat Business Forum, потому что там очень развита система криптообмена. Вот, собственно, и все. Такие маленькие планы и такой вот новостной блок. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк, сделайте репост, подпишитесь на мой YouTube-канал Захаркин Крипта, пожалуйста, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новое видео, и ответьте мне на 3 таких вот простых вопроса. Вопрос номер 1. Кто из вас хочет посетить блокчейн Wave как раз в мае 2022 года и Legat Business Forum в августе 2022 года? Второе. Кому из вас нужен криптообмен? И где вы хотите его совершить? В Москве, в Питере, в Алании, в Анталии или в Стамбуле? И третье. Кто из вас хотел бы в целом увидеться в Анталии, потому что я всегда открыт для сотрудничества и для конструктивных бесед, потому что в нетворкинге наша сила. И, конечно же, будем продвигать вот эту вот монетку, она называется DocBoss. Почему? Потому что за ней хороший потенциал. Если вы еще не знаете, что такое DocBoss, я вам рекомендую зайти на сайт, обязательно посмотреть, почитать и, как говорится, сделать свои собственные умозаключения, собственные выводы
и подумать, стоит ли инвестировать часть BNB в актив, который может когда-нибудь повторить судьбу Shiba Inu, Akita Inu, Dogecoin и так далее, и так далее. На связи был Руслан Захаркин, всем добра, тепла, энергии и до встречи в Анталии.